Здравствуйте, друзья! Mercedes GT63 обзавелся роскошным обвесом. Это канал King Drive и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. А также хочу напомнить вам о нашей группе в Инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Переходите и присоединяйтесь! Mercedes GT63 обзавелся роскошным и очень агрессивным обвесом. И это, наверное, одно из самых интересных решений в данном направлении на сегодняшний день. Весь комплект был разработан ребятами из ACL Global Project. Сама студия занимается подобными проектами с 2003 года и радует фанатов по всему миру очень смелыми решениями. Сегодняшний комплект Diamond по праву можно назвать одним из самых удачных для Mercedes AMG GT63. Весь набор состоит из более чем 30 деталей и включает в себя более сложный по дизайну передний бампер, новый капот с вентиляционными отверстиями, накладки на пороги, визуально расширяющие автомобиль, боковые юбки и очень массивный задний диффузор. Отдельного внимания заслуживает выпускная система. Судя по всему, ребята вдохновлялись предсерийным концептом Mercedes AMG GT и реализовали центральное расположение выпускной системы. Очень необычное и смелое решение. Также за отдельную плату на автомобиль можно установить огромное антикрыло. Оно входит в состав расширенного комплекта, но если вам кажется, что это излишнее, можно обойтись и без него. Благо, такой вариант также возможен. Сам же комплект может быть изготовлен на выбор из стеклопластика или углеволокна. В первом случае каждый элемент имеет вес оригинальной детали при толщине в 2-3 мм с температурным режимом до 120 градусов по Цельсию. А во втором элементы изготовлены по стандартам авиационной промышленности. Они легче и имеют температурный режим свыше 120 градусов по Цельсию. В целом проект получился очень самобытным и интересным, но самое приятное, что новая разработка компании спокойно может составить конкуренцию аналогичному решению от Brabus, только вот ценник у ребят будет поприятнее. В зависимости от материала стоимость за полный комплект начинается с отметки в $11 200 и может доходить до $22 500.